Я Ковалева Юлия, человек-калаш, экспериментатор и Дон Кихот. Конечно, главная ценность для меня – это семья и мои дети. Моя сильная сторона, наверное, в моих работах. И я действительно многое умею. Валяю игрушки, создаю украшения, фотографирую, а сейчас еще и блогерствую. И все, что я делаю, у меня происходит с особым глубоким подтекстом. Недавно я узнала, что дерево – это символ поиска баланса. Наверное, я дерево. Но не высокое, а раскидистое. Думаю, что именно через поиск баланса лежит путь гармонии. И так же, как дерево, я всегда жду весны.